Левочки и Мосеньке купила в отделе здорового питания. Вот нашла белый лен. Ни разу сама еще не пробовала. Может, где-то только в выпечке отдельно. Вот, сейчас посмотрим, как им понравится, не понравится, оценят или нет. Что, Мося, не будешь белый лен? Скажи, я и темный-то не хотел, еще и белый тем более. Не очень-то мне надо. Ешьте сами свой лен. Скажи, ну и что, что полезный? Ну скажи, если только вдруг больше ничего не дадут, то я могу и лен съесть, да? Лева, а ты как? Иди вон посмотри. Лева сказал, ну если нам больше ничего не дадут, то и белый лен сойдет. Его тоже можно покушать. Левочка так сказала. А потом я резко пошевелилась, и они как побегут, рассыпали все зернышки. В общем, лен понравился. И Масеньке, и Левушке. Ну, наверное, если бы я им что-то повкуснее дала, они бы его есть не стали. Но за неимением вкуснейшего пойдет и это. Скажи, все, хватит льна. Давай отруби. Неси отруби, будем есть. Они-то будут повкуснее. Но пока отруби не принесли, Левушка решил убраться за собой. Собрать то, что рассыпал. Ай, молодец, какой старательный мальчик. Убирает за собой. Хоть и поросятка, но аккуратная поросятка. Лева. Мосенька, а ты? Кто будет вот это все убирать? Кто вот это рассыпал? И кто теперь будет собирать? Что, Лева один? Вы шуганулись вдвоем и рассыпали вдвоем. А убирать что, только Леве? Мася, иди убирай. Где ты там? Иди, 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 иди. Давай, не корчи лодыря. Иди убирай. Лева, похоже, тебе одному придется убирать. Решила попробовать заварить. Залила кипятком, накрыла, дала постоять. Смотрите, похоже, так нравится больше. Мосеньке. Лёва еще не пробовал. Мося, такое вкуснее? Да, только рука мокрая, да? Рука мокрая. Смотрите, с каким аппетитом кушает. Будем знать. А буквально минут 5 дала постоять. Кипятком залила. Они, смотрите, такие вкусненькие, ореховые стали. Так-то нюхал, нюхал, не сильно признавал. А теперь они, наверное, ароматные, пахнут. Левочка, ты идешь? Лёва, идёшь полезняшки кушать? Кстати, там очень много всего полезного для крысы, для человека. Но не зря в отделе здорового питания продается. Вкусняшки для крысяшки. Лёвушка тоже распробовал. Тоже понравилось ему семя льна. Мокренькое такое. Сухие семена все-таки, наверное, не так пахнут, не такие ароматные. Смотрите. Зашло. Ну, еще покупаю им в этом же отделе здорового питания вот такие вкусные кукурузные палочки. И они без сахара не вредные, но очень их любят. Стоп, 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 покажи, покажи нам, как ты вкусно кушаешь. Подожди, не убегай. Ну, пожалуйста. Подожди, подожди, ну покажи, ну пожалуйста, ну не уговорить, очень их любят. Так что вот такие полезности покупаю им, но такой пачки им надолго-долго хватит. Это белорусские, есть немного там в составе
соль, но на вкус они абсолютно пресные. Мосенька, ну ты что, за добавочкой, да? За добавкой? Охота? Очень надо. Очень хочется. Но много им нельзя, тоже буквально пару палочек, и то не каждый день.